Ми неодноразово чули, що після контрнаступальних дій наших військових, звісно, має обов'язково відбуватися наступна фаза. Це закріплення на цій території, це зачистка, це фільтраційні якісь дії, це стабілізаційні заходи, ну і також перегрупування, і також налагодження логістики і проведення ротації, щоб свіжі сили підвести, а натомість стомлені воїни могли перепочити. Наскільки цю фазу можна вважати завершеною і успішною на схід від річки Оскіл і загалом на лівобережжі від цієї річки і водосховища? Наскільки взагалі це було успішно і яка зараз там ситуація? Да, вы правы, именно такой алгоритм используется при движении украинских войск. Он апробирован и отработан уже на после освобождения части Харьковской области. И сейчас происходит режим накапливания резервов украинских войск на левобережье речки Оскол. Есть две локации, где мы уже выполняем определенные контрнаступательные действия. Дальше это от Купянска в сторону Сватова, чуть севернее, и от Макеевки, это Луганской области, на восток уже в сторону Луганска, то есть между Сватова и Кременной. Российские войска в спешном порядке пытаются увеличить там плотность войск, забрасывая туда так называемо частично мобилизованных, их пытаются частично подготовить к боевым действиям, но не успевают. Используются определенные полигоны и задействованы Валуйки, это недалеко как раз от Сватова российская база, и некоторые полигоны уже в районе Луганской области. Украинские войска в ближайшее время закончат перегруппировку войск и, я думаю, там двумя-тремя колоннами продолжат дальше наступление и выполнять действия по деоккупации уже Луганской области и с левого берега Северского Донца, это вот район Сватово-Кременной, и с правого берега, это уже Лисичанск, из-под Северска в сторону Лисичанска. Пане Романе, як пише портал Deep State Map, чергова атака вагнерівців на східних околицях міста Бахмут зазнала невдачі. Очевидно, що зараз вагнерівці отримали поповнення із російських в'язниць. Загалом, як ви оцінюєте ситуацію довкола Бахмута, тому що це місто залишається однією з найгарячіших точок саме на східному напрямку? В Бахмуті, на річці Бахмутка, отстроена одна из самых мощных линий укрепления украинских войск. За речку Бахмутка они точно не перейдут, то есть там беспокоиться за сам Бахмут нет смысла, Бахмут укреплен. А на подступах к городу российские войска удерживаются нашими передовыми частями украинскими. Туда сейчас подошла еще одна бригада на укрепление, подошла артиллерия, подтянулась для того, чтобы работать по этой группировке Попаснянской и выигрывать контрбатарейные дуэли. Но то, что перебрасывают, особенно можно говорить, уже несколько тысяч сидельцев из российских тюрем и были переброшены именно под Бахмут и стали частниками, так называемыми, это частные компании, там и ЧВК, и Вагнер, и Лига, и Ахмат. То есть эта вся сборная солянка пытается давить на Бахмут. Но украинские войска используют это их рвение к водоводу, который находится за Бахмутом, который питает Донбасс, и производит уничтожение. Причем самые большие потери российские войска несут именно под Бахмутом. Но выполняется задача. Пане Романе, і от вчора ввечері в російських мілітарних телеграм-каналах була справжня істерика і паніка. Причиною стали слова генерала Суровікіна, а також Гауляй Тарасальдо про евакуацію населення з правобережної частини Херсонщини. Що це, на вашу думку, реальний страх окупантів напередодні можливого продовження контрнаступальних дій Збройних сил України, чи якась хитра гра і, можливо, навіть пастка, в яку намагаються росіяни затягнути українських військових? У россиян работает разведка, как и все разведки мира. Они примерно представляют соотношение сил на правом берегу не в свою пользу. Опять тоже движение российских частично мобилизованных на правый берег не
перекрывает всех проблем на правом берегу, так как мосты в основном разрушены, перебросить туда личный состав еще можно, но технику и боеприпасы, особенно после того, как еще был разрушен Крымский мост нашими войсками, это уже проблематично. Они просчитывают определенные периоды нашей подготовки и прогнозируют мощный удар в ближайшее время по своим войскам на правом берегу. Выдержать они его не могут. Естественно, просчитывают либо отход, либо, допустим, некоторые моменты, связанные с новыми линиями, с организацией новых линий обороны. И эти те призывы, которые мы слышим, и к эвакуации, и непонятных действиях самих российских войск, неуверенности в своих действиях и принятии решения, это как раз вызвано этой подготовкой украинских войск к мощному удару по правому берегу. Но там еще есть одна проблема. Они могут для того, чтобы удержать наши войска на правом берегу, они могут подорвать, россияне могут подорвать Каховскую гидроэлектростанцию и сбросить воду с Каховского водохранилища. Это уже вызовет определенную и панику, и экологическую катастрофу, потому и пытаются вывести с правого берега на левый людей, а может быть в какой-то мере еще и прикрыться этим живым щитом гражданских для выполнения уже своих задач отхода. Пане Романе, вчора Олексій Арестович виказав свою таку певну думку про непрості рішення у Херсоні. І він сказав, що війська з Херсону можуть бути перекинуті на Київ, на столицю нашу. Як ви оцінюєте таку думку, такий аналіз? Чи дійсно, ймовірно, ось такий розвиток подій? На правому берегу в районі 20 тисяч російських військ. І якщо дати їм уйти с правого берега, если их не уничтожат на правом берегу, то их эвакуация на левый берег вызовет, естественно, дальнейшее их движение на те участки фронта, где они в данный момент необходимы будут. То есть они увеличат, допустим, либо Южный фронт, это Запорожский, так называемый, либо Донецкий, Донецкое направление, тоже Бахмутское, либо уже Луганское направление. Я не думаю, что есть вероятность, конечно, их заброски и на Сахалин, в зависимости от тех задач, под Киев в том числе. Но это не та группировка, которая может создать проблемы, допустим, для наших войск под Киевом. И эта группировка сейчас востребована на всей оставшейся предполагаемой линии фронта. И под Запорожьем, и в Донецке, особенно в Луганске. Они прогнозируют как прорыв и в районе Херсона наших войск, так и прорыв в Луганской области. Дело в том, что выход наших войск на оперативный простор уже за Сватово, там практически нет никаких укреплений до самого Луганска, до Счастья. То есть остается одна речка, северная нет. Потому, скорее всего, я думаю, если будет исход россиян с правого берега налево, их перебросят все-таки в Луганск. Пане Романе, просимо вас залишатися зараз в ефірі з Апостроф ТІВІ. Зараз, от буквально за 15 секунд, у нас розпочинається хвилина мовчання, адже згідно з указом президента України Володимира Зеленського, щодня, щоранку, о 9 ранку, вся Україна, вона вшановує пам'ять загиблих наших воїнів, і тому зараз також Апостроф ТІВІ долучається до національної хвилини мовчання. Thank you.
Герої не вмирають, пам'ятаємо усіх наших захисників та захисниць. З нами на прямому зв'язку нагадуємо Роман Світан, полковник запасу Збройних сил України, військовий експерт. Пане Романе, ще раз вас вітаємо. Тож, продовжуючи тему щодо Херсону, на вашу думку, наскільки російські військові готові до жорстких саме вуличних боїв у місті Херсон? Ну, спираючись на те, що нещодавно наші захисники та захисниці повернулися із навчання з Великої Британії, як ви оцінюєте ось цю ситуацію, яка може надалі розвиватися? Після того, як буде прийнято рішення українськими командуваннями на деокупацію правого берега, будуть виконані определені оперативно-тактичні дії, которые вынудят россиян уйти из Херсона. То есть я не думаю, уже не планирую, что будет, как, будут какие-то уличные бои в самом Херсоне. То есть будет выполнена такая операция для того, чтобы вынудить противника уйти на левый берег или занять оборону в районе мостов, то есть в районе Антоновского моста и в районе, как минимум, это Каховской гидроэлектростанции. Вряд ли вообще планируются именно бои в самом Херсоне. Но если ума не хватит у россиян, и они все-таки останутся погибать в Херсоне, Херсон это будет очень такой мощный котел. Украинские войска окружат Херсон из трех сторон, и херсонская группировка будет прижата к Днепру. И тогда их придется уничтожать в самом Херсоне. Наши бойцы, даже не те, которые сейчас вернулись с Европы, они в основном подготовлены для боев, в общевойсковых боев, а Херсон освобождать будут силы спецопераций, которые очень хорошо к этому подготовлены. Определенное спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны и несколько бригад нашей нацгвардии. Эти все войска, эти все подразделения подготовлены к работе в городской постройке, и именно они будут заниматься зачисткой города. Россияне не готовы воевать в городах, у них нет практически, уже не осталось тех подразделений, которые в свое время могли это делать. Они практически все сгорели в Северодонецке и особенно в Мариуполе. Наши ребята в Мариуполе отминусовали практически основные части, которые могли, и россиян, которые могли как-то противодействовать нашим войскам в городской постройке. Это части ГРУ ГШ Министерства обороны, и это десантура морская, морской десант, который практически весь полег в Мариуполе. Потому те части, которые сейчас есть на правом берегу, они не готовы это делать, и тем более там именно на правый берег сейчас перебрасываются в основном частично мобилизованные, частично подготовленные и частично вооруженные, экипированные россияне. Естественно, они также будут частично сопротивляться, я думаю, первые побегут. Так, пане Романе, дуже важливу ви тезу сказали саме про те, що в Маріуполі було дуже багато перемелено російських спецпризначенців. І саме от це може стати відповіддю тим ще українцям, які досі інколи ставлять таке безглузде запитання, а заради чого було взагалі так довго утримувати Азовсталь. Саме наші герої з Азов, які перебували на Азовсталі, це і полк Азов, це і Нацгвардія, це і поліція, і прикордонники, і всі добровольці, вони дійсно перемололи дуже велику частину російських спецпризначенців, які не змогли потім займатися окупацією інших напрямків. До вас ще, пане Романе, наостанок запитання про херсонський напрямок, якщо можна дуже лаконічно. Як ви вважаєте, наскільки взагалі готові політично в Росії, в Москві піти на такий крок, як можливий підрив цієї плотини, так, дамби біля Нової Каховки, про що зараз уже говорить, скажімо так, блогосфера, такі ризики, адже постраждає і Північно-Кримський канал, і постраждають ті росіяни, які перебувають і на лівому березі, в першу чергу, річки Дніпро на Херсонщині. Ну і також треба ж буде якось виправдовуватися російському військовому політичному керівництві перед тими людьми, які їм, так би мовити, повірили, так, в цьому руському міру. Для них намного страшнее, если мы прорвемся и форсируем сами реку Днепр справа на левого берега, практически сразу выходя на перекоп. И этот бросок может вызвать наш заход в Крым
сходу причем, потому они точно уже готовы подорвать дамбу, и они уже проводят определенные действия для подрыва. Потому этот вопрос уже для россиян решен. И сейчас наши спецслужбы будут стараться этот риск уменьшить, насколько это возможно. Пане Романе, дякуємо вам за цінну інформацію, за те, що долучилися до нашого ефіру. Роман Світан, військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку.